Душанбе весной становится особенно прекрасен. Это город, утопающий в зелени и благоухающих цветах, и расположен в объятиях живописных цветущих предгорий и гор, покрытых снежными вершинами. В апреле столица превращается в тюльпановый рай. На территории Душанбе действует около 20 парков культуры и отдыха, в каждом из которых созданы идеальные условия для прогулок и отдыха жителей и гостей столицы. Для придания облику города еще большей привлекательности столичные парки и скверы украшены весенними цветами, в том числе тюльпанами. Благодаря цветоводам и ландшафтным дизайнерам разнообразные узоры и многоцветия тюльпанов, которые высажены в определенной последовательности, радуют жителей и гостей города Душанбе. Сегодняшний Душанбе – современный мегаполис, город-цветник с красивыми тенистыми парками и цветочными аллеями. Облик современного Душанбе неописуем и не случайно его называют городом цветов и юности. Тюльпан – символ красоты и элегантности, поэтому в соответствии с указом президента Республики Таджикистана 13 декабря 2018 года вот уже несколько лет по всей стране проводится республиканский конкурс цветов «Сари Гули Лола». Одна из старых и добрых традиций в Таджикистане – это выращивание цветов, а тюльпан для таджиков имеет особое значение. В зависимости от цвета тюльпан символизирует грацию, нежность, чарующую силу, чистоту и искренность. С древних времен таджикские поэты воспевали красоту этого цветка и приписывали ему мистические свойства. Мастерицы вышивали тюльпаны на своих нарядах, чтобы привлечь благополучие и любовь. Ювелиры часто использовали в своих изделиях форму тюльпана как символ чистой любви, большого счастья и гармонии, которую привносит в нашу жизнь весна с новыми надеждами. Весной тюльпан, безусловно, царствует среди других цветов и придает неповторимую красоту облику Душанбе.